Мужчины, сегодня 23 февраля, и, соответственно, я хочу поздравить и приятно удивить вас. Что может всегда радовать мужские глаза? Конечно же, красивое женское тело. Но если вы человек нетрадиционной ориентации, я думаю, вам стоит выключить видео именно на этом моменте. Но если у вас с ориентацией все в порядке, тогда продолжаем. Мужчины, жизнь без вас пуста. Тому есть грустные примеры. Для вас вся наша красота. В любовь мы не теряем веры. Для вас помада на губах. Мы волосы завивкой губим. И не важно, какие сейчас говорю я слова. Прошу вас об одном. Не будьте так наивны, ведь мы вас любим.